Привет, интернет! Мы продолжаем поздравления от компании KSL. Всему Фейсбуку мы передаем пламенный привет. И за место сегодня артистов, каких-то костюмов, я решил одеться в строгую одежду. Это приравнивается, к примеру, к костюму Снегурочки, но потому что вы меня так очень редко видите. Наверное, последний раз я в такую одежду одевался лет 10 назад. Но под Новый год случаются чудеса, и вот вам Неруш в строгом стайле. Я не знаю, вы мне потом в комментариях отпишите, нравится вам или нет. С наступающим всех! Ну что, вот у нас еще одну замечательную девушку мы поздравляем. Маринушка, привет! Мы тебя пойдем к елке сниматься. Я тут сейчас выдержал баталию целую, меня выгоняли тут всей охраной, но мы добились того, чтобы запечатлеть. Ты ничего не замечаешь, посмотри. Ты в шоке? Ты в шоке? Я решил, знаешь, без всяких новогодних там костюмов. Никто не видел никогда Неруша в строгой одежде. Мы тебе от компании KSL вручаем эти замечательные цветы. Поздравляем тебя с наступающим Новым годом. Желаем, знаешь, нам, медийщикам, не просто, но вот чтобы поменьше было у нас конфликтов по нашей работе и вообще в целом в Фейсбуке. Мира нам всем, добра. А тебе вот 25 роз, чтобы ты всегда на 25 лет выглядела. Спасибо. Маринушка, давай будем целовать. Давай, золотая. Спасибо.